Меня зовут Беликов Алексей Викторович, главный агроном хозяйства ИП «Брицин», Каменский район, Ростовская область. По земле у нас 13 500 земли. Выращивание зерновых культур, чуть-чуть животноводства. У нас уже была Россельмашевская техника, акросы 595-е. Вот решили взять РСМ-161, попробовать, как он в действии. Ну, как бы мы очень довольны им. Комбайн РСМ-161, он очень мне нравится, потому что он очень легко обслуживаемый, двигатель у него стоит очень мощный. У нас парк Россельмаша, получается, пока мест на этот год всего лишь один комбайн, но я думаю, мы будем добавлять. Жатка у него 7,5 метров. Впечатления на данный момент о комбайне очень хорошие. По поводу обслуживания сервисом позвонили, приехали, обслужили. Ничего плохого не могу сказать о ребятах. Когда я получил комбайн, то понял, что комбайн просто в освоении. Ребята с сервиса приехали, все показали, все рассказали. По сравнению с другими комбайнами он идет легко. И при этом обработка чистая и с минимальными потерями. На этом комбайне в данный момент стоит новый двигатель 400-сильный, очень мощный, я скажу, потому что идет в поле с урожайностью 50, от 50 до 60 центнеров. Он идет со скоростью 5 км в час, с загруженностью до 60%. Кабина в РСМ-161 очень просторная, здесь очень много места. Стоит кондиционер, климат, также есть холодильник, также есть агротроник. В нем можно настроить комбайн, как вам удобно, что вам нужно, и выбрать также культуры. Ну, в общем, все показатели, все есть здесь. Однозначно посоветовал бы любые другие хозяйства, друзьям, всем. Как бы очень хороший комбайн, показал себя с лучшей стороны.